في الحالة الأولى هو متمسك باللفظ وفي الحالة الثانية يتعدى اللفظ إلى المعنى. Я скажу по-русски. Я говорю, в первом случае он остается на уровне слов, а во втором случае выходит через них к смыслу. И поэтому у него разные интерпретации. Задача разная. В любом случае, материал очень интересный. И, конечно, сходу оценить все заложенное в нем невозможно. Можно только внимательно в нем разбираться. Как того заслуживает всякое серьезная научная работа. Шукран ли хусни стимаху. Шукран. Расим бей. Это, уважаемые коллеги, мы работаем сегодня до 6 часов, до 6. Вот. Но мы сейчас оправдываем слова великого Пушкина. Который сказал, что счастливые часов не наблюдают. Мы счастливы нашей встречи. И вот, как Пушкин сказал. Да, значит, а у нас еще два докладчика, которых, я думаю, выслушаем с не меньшим интересом и вниманием, чем уважаемого Дмитрия Владимировича Фролова, профессора. Вот. И я считаю, что мы должны воспользоваться этим и до 6 часов дать им обоим возможность высказаться. Больше того, может быть, минут 5 уважаемому профессору Абдул-Азизу Баяндыру, чтобы он сделал какое-то резюме. Нет возражений? Да. Ну давайте до счастливый, если продолжим счастье, давайте до 9. У нас между нами говорят, между нами почти все пойдут на банки. Сейчас не надо. Поэтому там продолжим. Не надо. Хорошо, это я не объявляю. Да. Значит, сейчас у нас 25 минут 6. Я думаю, если по 10 минут уважаемому профессору Тауфику и уважаемому Юрию Анатольевичу Михайлову и 5 минут профессору Баяндыру. Нет возражений? Тогда, пожалуйста. Нет, труд. Во-первых, записываем. Во-вторых, не забывайте про то впечатление, которое производит на людей ваше лицо во время выступления. И как раз я не хотел. Ну, конечно, постараюсь очень коротко говорить. Тем более здесь надо действительно не неделю, а месяц как минимум, чтобы потом осмыслить все.
заранее мы не получили материал. Очень интересная концепция. Не знаю, и если здесь определенные, я не знаю, как это назвать, мистики или что-то, что вот именно 7 этапов выделены реализации божественной воли, или 7-мышленная схема, просто случайно 7 оказалось. Это тоже надо подумать. Так, сейчас я ограничусь несколькими просто вот такими замечаниями. Во-первых, конечно, хочу предупредить от такого увлечения вот филологического копания в словарях, вот что вот от, когда однокоренные слова. Слово настолько уходит от первоначального значения, что иногда до неузнаваемости. Вот даже по отношению к нашему это, свобода воли или свобода выбора по-арабски ихтияр. Ихтияр. А корень ее хайр, добро. И попробуйте вот как уже настолько ушло значение вот выбора от первоначального. Поэтому и здесь, наверное, надо вот бридель вот не увлекаться. Так. И второе, конечно. И здесь вот как раз то, что, на что немножко обратил внимание профессор Фролов, я хочу направление дальше. Мы имеем коранический язык. Коранический язык в основном это доисламский язык. Это не надо забывать. Это слова использовались в их домусульманском значении. Сами слова. Никогда никто не приходил к пророку и говорил, какое-то слово непонятное, объясни нам, ты употребляешь слово в каком-то странном значении. Что? Они издевались, но не то, что непонятно. Да. Так, дальше. Насчет Машиа и Ирада. Вот все-таки это хорошо. Я не знаю, насколько в вашей группе по разным направлениям работают над этой темой. Так, и вот пока было представлено как бы только лингвистический материал, вот по словарям. Это, да. Вот. Вот, я не знаю, может быть, это я просто так за стороны. Надо посмотреть, как в других богословских трактатах это исследовалось, интерпретировалось, потому что очень часто их различали, эти термины. Иногда одно из них – это нечто извечное, а второе – это временное. Кадим и хадис, вот различали Машиа и Ирада, как одно слово означает либо Машиа, например, это кадим, а Ирада хадиса. И иногда наоборот даже употребляли. Да. Вот.
в суфийской традиции, у суфьев, они проблема у них другая. Что более общее, мащи а более общее, или ирада, ахас или воля. И даже интерпретаторы, вот я читаю, Джами и Кашани, два ученика Ибн Араби, они спорят между собой, кто более частный, мащиа или ирада, доказывая все это текстами из Корана и так далее. То есть интересно этот материал, я не знаю, может быть вы знакомый, а может быть вот привлечь ваше внимание к этому материалу. Вот теперь более существенные замечания философского порядка. Вот, понимаете, весь дух выступления, и, насколько я его понял по представленным материалам, это вот борьба с социальным как бы фатализмом, жабр иштимай, я то, что называю жабр иштимай. Фатализмом. Жабр иштимай. Вот я неудачный термин, но я не могу найти вот это. Я скажу, почему я жабр иштимай. Но помимо жабр иштимай, есть философский фатализм. Вот. Понимаете? И если выйти... Одно дело бороться. А вот у нас, у мусульман, господствовал некий фатализм. Если Бог захочет, то будет. Не пойду к врачу. Хочет Бог вылечить ребенка, не хочет не выздороветь ребенка. Это одно дело, борьба с этим направлением. И это хорошо, что вы на это акцентрируете большое внимание. Вот. Но если это исследовать философски, забудем про эти социальные, действительно, что значит у Бога есть воля? Проблема сверхсложная. Вот. Хотя бы видно из того, что мусульманские философы вообще не признавали ирада. Ни ирада, ни машия. У Фараби, у Бен Сина, у них в словаре нет, когда говорят о атрибутах Бога, нет этого атрибута вообще. Хотя в Каламе, вы знаете, в Каламе она значится как один из семи или восьми атрибутов. Но философы решительно отвергают. А почему? Элементарно. Потому что, вот почему я поставил вопрос насчет соотношения воли с сознанием. У Бога воля должна подчиняться его сознанию, знанию его неизменно, не имеет альтернатив. Значит, у него никакой воли нет. Будет то, что в знании. И ничего не может. Понимаете, опять, это на уровне философском. Вы мне говорите, вот и начнет, может ли верить и не верить. Или надо пойти к врачу и не пойти к врачу. Это уже переход из одного уровня на другой. Я боюсь, что это не в нашей богословской мысли, ни в одной другой мысли. Эта проблема нерешабельна. Нерешабельна. Это еще великий Гегель. Вот, еще Гегель. Для меня, который самый великий философ, он говорит, это самый проклятый вопрос в истории философии. Самый проклятый вопрос, самый сложный вопрос в истории философии. Вот. Когда говорят, ирада басита, различал, ирада басита, и ирада уже... Мураккаба, вот. Ну,
я не знаю, вот я все равно, когда посмотрел внимательно, он все равно ближе традиционный, вот, философский, то есть, ну, перипатетические традиции, фальсафа, традиции фальсафа. Повторю, спасибо за представленный, вот, спасибо за представленный материал, вот это и далее будем изучать, и надеюсь, что это не последняя встреча именно в обсуждении вот этого материала. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо, профессор Таушик, за то, что вы так сжато, так доходчиво уложили, при этом уложились по времени. Вот. Но вы поступили как настоящий исследователь. Прояснив одну вещь, так, вы создали сейчас, открыли нам глаза, насколько проблем, что действительно нужно нам встречаться еще и еще не один раз. А сейчас я с большим удовольствием предоставлю слово Юрию Анатольевичу Михайлову. Это Юрий Анатольевич Михайлов. Это главный редактор одного из самых авторитетных издательств нашей страны, молодой России, «Ладомир». Вот. И автор, чуть не сказал, нашумевшей книги, но здесь это слово не подходит, а книги, которая вызвала большой и в основном положительный, позитивный резонанс. Эта книга называется «Пора понимать Коран». Вы поняли, особенно после выступления доктора Тауфика. Да. Bu Vladimir Basın Evi'nin baş editörü. Çok da yetenekli yazar, düşünür ve onun bir kitabı var. Az kala demin istedim ki çok bir gürültü bir yapan, yani çok bir ün kazanan bir kitaptır. Kur'an'ı anlama zamanı geldi. Biz onu değerlendirdik. Ben de kendisini söyledim. Biz arkadaşı internetten bulduk. Ve bu kitapta bizi hepimizin ilgisini çeken problemler ortaya koyuyor. Yani çağdaş açıdan koyuyor. Ve kendi açımızdan da memnunluğu bile getirmekten bu kadarların özel bir şey. Birkaç kelime de İngilizce söyle de o da anlasın. Birkaç kelime de Rusça söyle anlasın. Ben onu söyleyeyim. Я перевел сайт, но символизация, что мы рады тому, что вы приняли участие, присутствуете, что мы хотим очень составить работу с вами, сотрудничать. И думаю, что вот ваша книга будет пользой для всей нашей, так сказать, исламской науки. Вот так. Спасибо. Я специально выступление готовил. У меня в процессе сегодняшнего обсуждения родилось несколько мыслей. И мне кажется, все-таки, если вернуться к теме сегодняшнего, обсуждения, то, собственно говоря, начать надо с того, что мы имеем в руках. Мы имеем книгу «Откровение». Ничего более ошибочного, как рассматривать Коран в роли справочника о том, чего хотел Бог и чего Он не хотел, даже вообразить себе нельзя. Если ответить кратко на главный вопрос, какая цель поставлена Богом перед читателем книги, то ответ будет достаточно простой. Объяснить, что такое человек с большой буквы. Ведь вся информация, которая содержится в Коране, она адресована читателю и говорит только об одном. Что нужно знать для того, чтобы быть человеком?
bilgi, tüm bilgi, tüm söylenenler tek bir şeye söylenmez, tek bir şeye yakınlıklanmıyor. Bu da insanlarla çıkarılmıştır. Коран – это самооткровение Творца человеку в объеме, необходимом, чтобы человек прожил правильную жизнь. Строго говоря, человеком с позиции Корана является лишь верующая личность. И поэтому, когда мы ставим вопрос, для чего дана человеку свобода воли, то это не свобода распоряжаться в материальном мире чем-то, что человеку заблагорассудилось в данный момент, а это свобода верить в Бога, служить Богу. В этом свобода. Но чтобы чем-либо свободно распоряжаться, надо быть свободным человеком. И Бог говорит, чтобы вы были свободны, вам надо выйти из темницы греха. В эту темницу человек погружает сам себя. То есть, когда мы используем слово «ширк», мы подразумеваем зависимость от всего тварного, что есть в этом мире. Мы подразумеваем зависимость от всего тварного, что есть в этом мире. Освободиться силой именно к этому призвана воля, свобода воли, которой наделен человек. Только волевым усилием можно преодолеть зависимость от этого мира. И только волевым усилием можно стать свободным человеком. И только тогда можно свободно распорядиться предоставленной человеку волей. То есть абсолютно свободным является лишь тот человек, который верил в себя Богу, стал в этом смысле его рабом. Чистой свободы не бывает. Мы не можем стать. Да, то есть мы не можем себе, мы не можем стать, заменить собой Бога, и мы не можем удалиться из творения, мы его часть. Bu da olur özgürlük iradesi, özgür irade olur. Yani bundan biz kurtulamıyoruz, Allah'tan kurtulamıyoruz. Yani bu sınavı daha önce siz söylediniz ya, Allah'ın
koyduğu dünyada, biz bunu böyle söylüyoruz, Allah'ın koyduğu ölçüler koyulan dünyada biz ölçüyoruz. Onun dışına çıkarım. Başka bir ölçü formüle edelim. Это метафизическое рабство. Метафизическое. Поэтому в богословии обычно различают в домене свобода воли и воля Бога три позиции. Детерминизм, индетерминизм, то есть когда ни от чего не зависишь. Да. И то, что сегодня считается общепризнанной позицией, это самоопределение. Самоопределение предполагает, что воля человека, человек это личность. Личность – это продукт воли Творца. Поскольку особенностью каждого человека, в создании каждого человека Бог принимал непосредственное участие, Он наделил каждого человека индивидуальными особенностями. И в этом смысле он ограничил свободу человека. У каждого человека есть свой круг возможностей реализовать себя в этом мире. Поскольку в Коране говорится о том, что мир меняется ежесекундно, ежемгновенно, твородейственным быть, кун. Мы понимаем, что мир – это постоянно меняющаяся реальность. Частью которой являемся мы. С каждым шагом меняется набор возможностей развития этого мира. Но при этом и меняется и набор возможностей персонально каждого из нас. Поэтому мы можем говорить о том, что в воле человека реализуется воля Творца. Само наличие свободы воли – это благость от Бога. И то, как мы эту волю реализуем, мы подчас не можем описать рационально. Вообще, весь этот мир – это некая условность, которая существует благодаря Богу. Он весь пронизан благостью Бога. Но понимая, что Бог обладает таким свойством, как всевидение, некорректно всякий раз сопоставлять волю Творца с волей человека в данное время, в данном месте. Her anda, yani takip etmek insanın iradesidir yani. Her anda, her dakikada böyle bir şey söylüyor.
О воле Творца мы могли бы говорить лишь став на позицию Творца. Мы не можем представить себе человека, лишенного воли. Поэтому в субъективном представлении каждого из нас мы всегда свободно реализуем свою волю. И мы не могли бы сказать, что в данный момент я реализовал волю Творца. Лишь волевые усилия служить Богу и быть независимым от этого мира обеспечивает реализацию воли Творца. В Коране приводится яркая история с Хидром. Раб из рабов, как мы. Хизр. К Хидру пристал Моисей, Муса. Мы не знаем. И в конечном счете, после всего, казалось бы, дикого, что произошло, и чему объяснение получил Муса, нам становится много ясно вместе с Кораном. Но самое-то важное – встать на позицию тех людей, которые были участниками этих событий и не были Мусудрами Мусой. Вот тогда это нам начнет казаться, что бессмысленность происходящего. Мы помним о том, что в природе есть границы для человеческого познания. Это принцип неопределенности Гейзенберга, теорема Гёделя в математике, ансамбль физических констант, на котором базируется вся Вселенная. Как пример, мы не можем двигаться быстрее скорости света. Все это я говорю для того, чтобы сказать, есть вопросы, на которые мы не с математической точностью никогда не получим ответов. Кого-то осенит, может быть. Я думаю, что человеку по его природе не все положено знать. Мы представим, что если каждый из нас будет знать свою судьбу. Жить станет неинтересно. Так вот, пытаться найти в Коране ответ на вопрос, которым посвящено сегодняшнее заседание, я считаю, бесполезно. Спасибо. Так, прежде чем дать слово для заключения профессора Абдразина. Нет, у нас времени нет. Это, значит, прежде чем дать слово, я хотел бы подчеркнуть, что вот заключительная фраза уважаемого
Юрия Анатольевича Михайлова о бесполезности, она может быть неправильно понята и по-русски, и по-турецки, и на любом другом языке. Я не буду сейчас интерпретировать Юрия Анатольевича, но я скажу, как я понимаю, как рекомендовал бы понимать это слово «бесполезность», может даже самому автору этого слова. Речь идет о том, о конечной непостижимости Бога, Его замысла. Поэтому есть такое интересное явление, которое я, по крайней мере, не знаю в других языках. В арабском языке самые сущностные качества Бога выражаются с помощью глагола. Знаете, то, что по-русски есть Всевышний, по-арабски это тот, который возвышается без конца. Тот, кто был все благи, благословен, это тот, кто все будет вот в этом смысле, Юрий Анатольевич, разрешите вас понимать о бесполезности. Вот это имел Есть такая формула. Движение все, конечная цель ничто. Если мы так говорим вправо, вы из разных плоскостей, это все равно, что складывать килограммы с метра. Да. Хорошо. Значит, друзья, я не буду больше отвлекать ваше внимание, потому что сейчас нам по-арабски есть, что мыс-кут-хитан. Вот. По-русски это не очень даже понятно будет. Значит, по-русски, получается, не закусь. Понимаете? Да. А на самом деле это как только... Дим, как лучше сказать? Как мыс-кут-хитан? А? Мыс-кут-хитан. А? Ben deyip her şeyin özetleri, şimdi Sayın Hoca bir kısa özetleme getirecek. Evet, ben buyurun. Tabii çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok güzel bir sonuç oldu. Bugün burada Rusya'nın en önde gelen ilim ve fikir adamları var. Bu mevzunun çok zor bir mevzu olduğu zaten ortada. Doktor Tevfik İbrahim'in dediği gibi bu bir başlangıçtır. Son söz değildir. Biz meseleler üzerinde çalışırken sözlüklerin yetersiz olduğunu gördük. Sözlükleri kullandık. Ama önemli kelimelerin manasının Kur'an'dan çıkarıldığını da gördük. Но все значения основных, все основные значения основных терминов мы все взяли не из словарей, а из Корана непосредственно. Çünkü sözlük bilgisi de ispatlanmayı gerektiren bir bilgidir. İbo словарное знание тоже нуждается в определенном доказательстве. Eğer Kur'an'la ilgili ise Kur'an'dan ayetlerle ispatlanması gerekir. Если связано это с Кораном, то он должен быть доказан Коранами аята и Кораническими аятами. Yoksa herhangi bir kişinin bir kelimeye verdiği anlamla hareket edilmez. Здесь нельзя двигаться, если исходить из мнений, которые дается неким конкретным автором, конкретным человеком, следователем. Şimdi tekrar tartışmalara girmeyeceğim. Я не повторяюсь в дискуссиях. Yalnız buradaki çok değerli ilim heyetine bir teklifim var. Одно из предложений к уважаемым товарищам, исследователям нашим. Biz bu çalışmayı ilk defa yurt dışında burada sunmuş olduk. Первый раз мы вот наше подготовленное это исследование, первый раз мы доводим до сведения, озвучиваем в этой аудитории. Bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Это мы понимаем, что это очень-очень важно. Çalışmayı tam olarak okumadık. Sizlere Arapçasını verdik. Okuduğunuz zaman göreceksiniz ki mesela Tevfik İbrahim'in söylediği kader problemi diye bir problem Kur'an-ı Kerim'de yok.
Мы вам, к сожалению, мы не дали весь текст, дали определенные его части. Когда вы познакомитесь со всем текстом, ознакомитесь, то вы найдете, что такой категории, такого явления, как кадер, судьба, в Коране просто нет. Ve felsefenin içerisinden çıkamadığı problemden çok kolaylıkla çıkacağız. И то, что не может сделать философия, вот içerisinde diyen Kur'an'la çıkmış oluyoruz. Да, Коран выйдет из этой проблемы, в которой застряла вот философия. Ve yine o hepsini rahatlıkla tartışabilseydik. Если мы все могли бы с такой простотой обсуждать. Değerli araştırmacı Mikhailov'u da görecekti ki. И господин Михайлов тоже увидел бы. Burada biz bilmememiz gereken şeylere değil, Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiklerini öğrenmeye çalışıyoruz. В данном случае вот это очень важный момент, хочу привлечь ваше внимание. Мы хотим познать не то, что неизвестно или невозможно познать по сути вещей. Это все знают, что есть предел познания. Мы хотим познать то, что Аллах в Коране говорит открытым языком, доступным для всех. Kur'an-ı Kerim'in kendi içinde müthiş bir bağ var. Kur'an'ı hiç потрясающая связь. Şimdi şöyle size şu cep telefonunu göstereyim. Telefon kartı. Burada sıfırla beraber 10 tane rakam var. Вот 0 и 10 0 9 0. Bu 10 tane rakamla dünyanın bütün telefonlarına ulaşabilirim. С этими 10 цифрами вы можете позвонить на любой телефон в мире. Önemli olan hangi rakamı hangi rakamdan sonra çevireceğimi bilmem. Kur'an ayetleri de öyledir. Kur'an diyor ki her şeyi açıklamak için indirilmiştir bu kitap diyor. Kur'an говорит так, что он не способен для того, чтобы açıklamak, разъяснить, объяснить, сказать обо всем. Orada da asıl problem ayetler arası ilişkiyi doğru kurmaktır. Основная проблема в таком случае заключается в том, чтобы построить связь между аятами, правильно построить, объективно построить. На объективной основе самого Корана построить эту связь между аятами. Bizim iddiamız bu ilişkinin doğru kurulmadığı yolundadır. Наша мысль заключается в том, что эта связь пока не во всех отношениях или не во всех своих частях, элементах правильно построена, объективно осознана. Şimdi teklifim şu. Предлагаю следующее. Biz bu toplantıları İslam ülkelerinin ilim adamlarıyla bir de bütün dünyadaki felsefecilerle tekrar yapmak istiyoruz. Мы бы хотели, так сказать, повторно или повторить или превратить это в традицию эти встречи в исламском мире и с философами обсуждать эти проблемы как постоянный фактор. İlk defa size gelmemizin sebebi то, что я сказал, что первый раз мы приехали к вам. Bu üçüncü toplantı. Это третья наша встреча. Birbirimizi yakından tanıdık. Мы, так сказать, познакомились ближе друг с другом. Bir de Rusya'da felsefe çok kuvvetli. И еще в России felsefe, философия очень сильная. Şeyde diyeyim. Katılımcılar. Tamam söyle. Sen söyle. Tamam. Demek isterim. Мы не только снова встретились, так сказать, со старыми нашими друзьями. Которые были у нас в Стамбуле в марте прошлого года, но вот видим новых товарищей, очень позитивных для нас, потому что мы как раз для нам интересно не поглаживание нас, так сказать. Нам интересна критика, сказать, что вы ничего не дали, что вы ничего не сделали, что вы то, что сделали, это давным-давно все известно. Нас интересует вот эта позиция, потому что мы с вами потом будем говорить. А если вы скажете, все хорошо, мы вам тоже скажем спасибо, говорить же не будем. Поэтому мы уважаем, обожаем критику, говорите нам, критикуйте. Тофик Ибрагим правильные вещи, блестящие вещи сказал, другие выступающие. Мы вам благодарны за вот эту нашу критическую оценку нашей позиции. Şimdi bundan sonra yapacağımız, İslam ülkeleriyle birlikte yapacağımız toplantıda sizinle beraber hareket etmeyi teklif ediyorum. Такой проект есть у нас или предложение. В тех мероприятиях, которые мы будем организовывать по линии нашего фонда с исламскими странами, мы предлагаем делать это совместно с вами. То есть мы и вы, чтобы решали эту проблему на вот этих связях на этом уровне. Buraya getirdiğimiz yazıların
арабчасы var, русчасы да çok yakın zamanda elinize ulaşacak. Те вот эти тексты, которые мы здесь сделали в качестве выступлений, а мы представили по некоторым из них арабские тексты. В настоящее время делаются русские переводы, вот делаю я их, но я просто не успел. Они на 90% готовы, но они должны блестеть. До блеска не дошло, поэтому мы их не привезли. Думаю, что в ближайшее время они будут готовы. И чтобы господин Фролов мог сказать, где там верно, неверно, господин Саид Камилев мог, господин Михайлов, чтобы могли их как следует уже критиковать то, что можно критиковать, понимаете? Чтобы мы выносим продукт достойный того, чтобы быть ниже критики, мы не принесем. Bir de bir başka kitap getirdik. Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışların Rusçasını. Еще мы привезли книгу, то, что я вам дал сейчас, вот эту книгу. Это, как она называется, «В свете ложной истины». Мы так русский вариант назвали, а внизу дали в скобках такой подзаголовок «Критика представлений, выдаваемых за Коран». Orada bizim Kur'an'ı açıklamadaki uyduğumuz yöntem de var. В нем есть и метод, при помощи которого мы исследуем Коран. Şimdi bütün bunlar ışığında biz internette kullanarak мы пользуясь интернетом или используя интернет, bu meseleyi birlikte biraz daha geliştirelim. Вместе давайте мы эту работу как-то возьмем в движение, продвинем. Önce İslam alemiyle, сначала с исламским миром, sonra da bütün felsefe alemiyle, затем со всем философским миром. Bu çok önemli konuyu konuşalım. Будем говорить, исследовать вот эту очень важную тему. Ve insanlığa büyük bir hizmette bulunalım. И послужим человечеству, так сказать. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Всех вас благодарю. Спасибо за внимание. Hep birlikte bir resim de çıkıyor. Уважаемые коллеги. Да-да-да-да, сейчас. Прежде чем закрыть наше собрание, еще раз разрешите от вашего имени выразить большую сердечную благодарность нашим турецким коллегам, этой представительной делегации из дружественной нам Турции. Я имею в виду не только сегодняшний исторический период, но гораздо более глубокий. И лично профессору Абдул-Азиз Баландыру за в высшей степени полезную для нас встречу, которая была организована по их инициативе, пожалуйста. Диорги, çok teşekkürümü, büyük teşekkürümü bildirmek istiyorum size, katılımcılara, Türk tarafına, ki bizim geleneksel bir iyi ilişkilerde bulunduğumuz tarafa, ki Sayın Bayandır'a, Vakfına, bu organizasyona ki gelmişsiniz, bize bunu aktarmışsınız. Çok çok teşekkür ederiz size. Böyle bir hayır dua verin bize. И что особенно радостно, что особенно вдохновляет по существу, это одна из первых по-настоящему серьезных научных встреч религиозного знания и светского знания. При этом мы могли вот сами убедиться о том, насколько мы близки. Ведь когда, например, сегодня выступал профессор Фролов и говорил, это яркий представитель светского знания, да? Но если кто-то не знал, то подумал, вот такой интересный, глубокий представитель теологии. Да, не теологии, а религиозного знания, я подчеркиваю. То же самое можно сказать о уважаемом Юрию Анатольевичу Михайлову, не говоря уже о нашем заслуженным авторитетным ученым профессором Таусики Ибрагиму и многих других. Да. Теперь diyor ki bunun en önemli tarafı, en etkili yiyici tarafı, bir de bu din ile din alimleri ile laik ilim alimlerinin bağlantısını, ilişkisini gördük. Ve burada herkes gördü ki bunun anlamını herkes anlamış oldu. Yani bunun özünü herkes anlamış oldu. Örneğin bak Frolov ne kadar güzel konuştu. Bunu dinleseydik
biz biliyoruz ki bu laiklik açısından konuştu ama herkes de diyebilirdi ki bu dini ilim açısından konuştu. Aynı şeyi İbrahim Tofik'a da söyledi, Sayın Mikhailov'un adına da söyledi. Yani bu çok yani memnun edici, çok güzel, böyle tarihi olay kimi bir değerlendirme yaptı. Вот. И поэтому, чтобы закрепить вот наши светлые сейчас улыбки в памяти, есть предложение сделать нам коллективную фотографию. Bir de toplumsal bir fotoğraf yapalım hepimizi. Bahçeden Здесь сделаем, да? Burada yapalım hocam. Tamam. Evet, son anda bitti. Tamam, ben bitti dedi. Sen bitti demek bozuktur. Zaten yarın da o. Ben evde var. Şeyde var. He, çok güzel oldu. Orada mı şey yapsak başta? He? Ay niye? Değişen bir şey yok ki. Şunu görürsünüz.
en ateisti olan da Allah'ın varlığını kendi içinde hisseder. Он считает существование или будьон. Адра пошли и шейдер сведет. Он как-то может по-своему называть. Теперь дальше Бог. Если вы будете внимательны в свое время, инсамент Аллах, Аллаха сынмает язык. Внутренне требует потребность взять на себя помощь Аллаха и защиту. Поэтому каждый, вот сейчас внутри своей схемы, каждый делает, что делает. Арабский мне. Я все по-арабски. Такая пирамида. Сейчас Аллах-ла инсанларын ilişkisi Аллах-ла знает связь с человеком. Сейчас что söyleyeyim. Herkes Аллах-ı var, hem de Каждый знает, Аллах существующий и является единственным. Не есть власти, а единый и единственный. И кимсе, yani, siz ayrım olmadan, yeryüzündeki insan, kendi gönderdikleriyle, çevreye göresiyle bu bilgiye ulaşır. Biz çakip, так сказать, ütkinaki возможно условий, каждый человек внутренне чувствует вот эту связь. Şimdi, dünya, kosmos, öyle mi yazdık? Kosmos. Kosmos, öyle mi? Da. Bunu yaratan Allah'a bilen. Sadece bu sivatı Allah. İnsan da Allah'ın bütün kainattaki düzgün çalışmadan birlik bütün arasındaki o ilişkilerin doğru olması Allah'ın olması gerektiğini esnaftan anlıyor. Что связано в этом космосе, в этой вашей такая логическая последовательность? Вот это каждый может понять, что и вообще это как бы из одного. Ve her insan, her человек, her şeyini Allah'a borçlu olduğundur. И как заведомо он знает то, что он располагает, все это за Аллах. Bu sadece bir dindarlık tarafı. Bir gün karşıma geç, adnan o tarafı tarafı. Ve bu duruşu için bir işte. Sıra bir şey var. Prikhaya bir şey var. Yes. Şimdi buraya kadar bir şey. Dur, orada bir şey yaşayan adnan o ilimiz veriyor. Burada sen ikiye ayrılır. Aziz, üç adam var ya, naklediyorum. Kurulurlar, Allah'a kulu. Avrupa действительно непосредственно Аллах. Hiç bir aracı koymak. Birkaç yere böyle bir связи нет. Allah'ın bize istediğimizde bildiren peygamberdir. Bu evsel zapamayan paganiki, которые нам непосредственно не сказали слово Аллах. Allah'ın elçileridir.